Краевой турнир «Здравствуй, лето» существует уже более 20 лет и неизменно собирает сильнейших гимнасток Кубани. На эти соревнования прибыли спортсменки из Краснодара, Новороссийска, Славянска на Кубани и Майкопа. В течение 3 дней будут соревноваться в различных дисциплинах. Анапу представляют более 30 человек. У нас девочки уровень очень хороший. Одна из которых вообще у нас девочка сейчас только что привезла бронзовую медаль с первенства России, Людмила Рощина. Она в составе сборной Краснодарского края. И еще одна девочка Черкасова Элита, она выступает уже и по программе кандидатов в мастеров спорта. Она выполнила, готовим ее на мастера спорта. Уровень хороший. Как бы мы боремся. Спортивная гимнастика – это один из красивейших, динамичных, зрелищных и популярных видов спорта. Она является частью программы Олимпийских игр. В современной программе гимнастического многоборья обязательные и произвольные упражнения на брусьях разной высоты, бревне, в опорных прыжках и вольная программа. Милене Попян занимается гимнастикой уже 3 года и достигла определенных успехов. Я хочу стать чемпионкой мира. Мне тут очень нравится. У меня хороший преподаватель. Иногда он бывает строгий, если не так что-то делаешь. Уже завтра будут подведены итоги соревнований. Участниц, занявших 1-е, 2-е и 3-е места, отметят почетными грамотами и ценными подарками. Кроме этого, гимнасткам присвоят новые спортивные разряды. Руслан Душевский, Анапа регион.